призрак Ольгерда и его жены. Но почему они не движутся? Это воспоминание. Но стертое, неполное. Ты должен осмотреться и исправить его. Дух степи. Похоже, ее часто читали. Ирис рисовала имение. Будто здесь и было. Остатки сервиза. Десертного или чайного? Палитра. Будто здесь и было. Мы должны завести собаку. А лучше собаку и кота. Когда придет ненастье, пес будет греть нам ноги, а кот играть клубком шерсти у камина. Как ты думаешь? Ты меня вообще слушаешь? Прости, дорогая. Я зачитался. Такая интересная книга? Да, очень. Знаешь, пойдем лучше внутрь. Зачем? Тут так хорошо сидеть. Птицы поют, пчелы жужжат. Идиллия. Прости, любимая. Мне нехорошо. Я пойду в дом, а ты будь осторожна.
Еще одно воспоминание. Остатки праздничных украшений. Рюмка. Точно как в руке Ольгерда. Свадебная фата? Будто здесь и было. Твое здоровье, жена. И твое, муж. В моих краях новобрачных принято встречать хлебом с солью. Но пока что мы одни. Кроме тебя мне никто не нужен. Я бы хотела, чтобы эта минута длилась вечно. Я подумаю, как это устроить. Пойдем, я покажу тебе дом. Хорошо, только я знаю, что это глупо, но он так долго стоял пустым, а я... А ты боишься пауков, я же знаю. Я собрал их всех и выбросил в сад. Мой рыцарь, ты позаботился обо всем. Медальон дрожит. Это призрак? Нет. Кошмар. Оживший страх. С ним тебе придется сразиться. Снова сон о прошлом. Наверное, тоже неполный. И почти такой же, как сцена на картине. Каста Дравелла, вино из Тусента. Дорогое. Серебряная нить, жемчуг. Эта кукла должна была стоить целое состояние.
торжественный обед. Они хотели угодить гостям. Я уже видел эту расческу. В реальном мире она хуже сохранилась. Доченька, все хорошо? Бледная ты какая-то, рассеянная. Да нет, все в порядке. Расскажи лучше, как вы. Я так рада вас всех снова видеть. Только что же бабушка с дедушкой не приехали? Дорога дальняя, ухабистая. Должно быть, они все еще не хотят меня знать, да? А это что? Мы привезли вещи Ирис. Любимую расческу, детскую куклу. А это тебе. Векселя? Мы выплатили все твои долги, чтобы на семье позора не было. Как мило, что мама и папа обо мне помнят. Ольгерт. Ну вот, видишь, какой он. А ведь мы отговаривали тебя от свадьбы. Мужелан и голодранец, который якшается с головорезами. Ты не боишься жить под одной крышей с этим отребьем? Значит, пойдем за ним. Опять ты. Не нравится мне это место. Таз для мытья рук. Следы крови. Полотенце, испачканное кровью. Кто-то не отмыл руки в тазу и, вытираясь, испачкал полотенце. Свеча почти догорела.
Ночная рубашка. Кажется, ее никогда не носили. Который час? Поздно. Спи. Ты опять сидел всю ночь в кабинете? Что у тебя с руками? Ничего. Немного испачкался. Это кровь? Ты порезался? Это чернила. Я писал письма. Знаешь, я скоро собираюсь в Оксенфурт. Может, поедем вместе? Ой, замечательная мысль. Поездка пойдет нам на пользу обоим. Значит, решено. Давай ляжем спать, я устал. Теперь я уже точно не усну, это исключено. Пойдем, я закончу твой портрет. Стертые воспоминания. Свежие, будто кто-то только что обрызгал их водой. Портрет Ольгерда. Но рисунок отличается деталями. В натюрморте чего-то не хватает. Наверное, нужно воссоздать натюрморт с картины. По-прежнему что-то не так. Наверное, нужно воссоздать натюрморт с картины. Это сюда? Кажется, подходит. Может, с этой стороны? Наконец-то. Все как на картине. Улыбнись чуть шире. Вот так? Я прошу улыбку, а не оскал. Нет, не то. Улыбнись так, как тогда, когда отец согласился на нашу свадьбу. Пожалуйста. Ничего не выйдет. Я же вижу, что тебя что-то гложет. Я должен еще немного поработать. Снова? Ольгерд, мы же обещали не держать никаких секретов друг от друга. Ты помнишь? Прости, я не хочу об этом говорить. Ну, Ольгерд... Ольгерд!
Это лаборатория мастера фон Эверика. Здесь он изучал магическое искусство. Пентаграмма, чтобы удержать призванное существо. Линии стерты. Нужен мел, чтобы их поправить. А потом расставить свечи. Врата тайн между мирами. Библиотека оккультиста. Договор на крови или о чуждых сущностях. Книга о договоре с демонами. Зимой усадьба была действительно мрачной. Мел. Кровь? Должно быть для магических практик. Черная магия. Этого должно хватить. Теперь свечи. Тогда, может, так? Вернись. Мы должны поговорить. Оставь меня. Я хочу побыть один. Не в этот раз. Вернись сейчас же. Оставь меня в покое. Я просто хочу поработать спокойно. Аудиано Феус, Зоба Камиса Иада, Зоба Камиса Абирасас. Какие еще чары мне использовать? Я перепробовал все. Я хочу разорвать наш договор. Явись! Ожидала. В самое сердце снежной бури. Мне надо спрятаться внутри.
и ее отец? Брачный контракт между Ирис и Ольгердом. Наверное, тогда он начал курить. Пивная кружка. Но пили из нее водку. Осушил до последней капли. Нож, покрытый кровью. Видимо, в ту зиму у Ольгерда и появились шрамы на руках. Так вот, значит, как он коротал долгие зимние вечера. Контракт должен был держать отец. Помимо этого сказано, что ты будешь уважать Ирис, считаться с ее мнением и желаниями, а... К делу, папа! А то я теряю терпение. Изволь. По просьбе Ирис я расторгаю этот брак. Ты говорила, что будешь со мной до самой смерти. И я сдержала слово. Потому что Ольгерда, которого я знала, больше нет. Не так просто отказаться от данного однажды слова. Поверь мне. Ты останешься здесь навсегда. Довольно! Ты не будешь нам приказывать! Ты... Отец! Отец! Нет! Эй, слуги! Забрать эту падаль и бросить трупоедам. Тогда фон Эверик перестал быть человеком. Он все еще любил жену? Нет, он только помнил, что должен ее любить. Пойдем наверх. Я помню, здесь мы втроем проводили много времени. В молчании. Займем свои места, так как тогда. А ты сделай остальное.
следы шерсти. Стол накрыт только на одного человека. Большая глиняная миска. Царапины от кошачьих когтей. Маленькая миска, похоже, для супа. В самый раз. Поднос. Это, кажется, твоя миска. Будто здесь и было. Вы правда ели из этих мисок? Конечно же нет. Я тебе уже говорила, что мы не звери. Но ключник все равно их приносил. Так ему велели. Очередной монстр. Я же просила тебя перестать. Этих двоих тут и так слишком много. Кот и пес — это твоя компания. А он будет тебя стеречь и заботиться о доме. Что бы ни случилось. И еще недавно я хотела знать, что там у тебя в голове. Думала, что смогу тебе помочь. А теперь меня уже не волнует, что ты думаешь и что чувствуешь. Я ничего не чувствую. А у меня нет сил даже ненавидеть тебя. Выйди, Ольгерт. Я не хочу больше тебя видеть. Ольгерт фон Эверек не понимал, что мы никогда не сможем его заменить. Тень его призрака есть в каждом воспоминании госпожи Ирис. Мы приближаемся к концу путешествия. А что в конце? Самый большой страх Ирис фон Эверек. Моей жене. Письмо от Ольгерда Ирис. Я хотел бы так же ловко владеть словом, как саблей. Особенно теперь, когда мое сердце лишь пустота. Я вижу, как ты на меня смотришь, и вижу, как ты угасаешь. Я не могу тебе помочь, но постараюсь не причинять тебе вред. Эти письма и розы для прощания. Оставайся в здравии. Помни только то хорошее, что было. Ольгерд.
ты, не он. Подожди, я хочу поговорить. Не в этом месте. Ольгерда. Я думала, что он вернулся ко мне. Кто ты? Дух, наваждение? Я печаль. Я видел тебя раньше, но тогда ты не была собой. А потом я наблюдал за тобой в твоих воспоминаниях. Мы встречались? Я не помню. Я видела дурные сны. Вот и все, что я знаю. Я ищу фиолетовую розу, которую Ольгерд подарил тебе. В тот день, когда я видела его в последний раз. Я засушила ее и держала в спальне возле кровати. Целыми днями я лежала и глядела на нее, до тех пор, пока она не истлела. А вскоре и я. То есть, розы больше нет? В этом мире есть. Посмотри. Ты похоронил мое тело, и цветок вновь расправил лепестки. Я все спала глубоким черным сном, и только сейчас пробудилась, как моя прекрасная роза. Когда ты положил на мою могилу картину, я вспомнила день, когда вышла замуж. Скажи мне, Ольгерд здоров? Как ему живется? У твоего мужа есть могущественный враг. Ты знаешь Гюнтера Удима? Я проклинаю день, когда узнала это имя. Кто такой Удим? И как он вмешался в вашу жизнь? Это ради меня Ольгерд вызвал стеклянного человека и пожелал себе богатства, а потом вечности для нас обоих. Ольгерд расправится с Адимом, правда? Скажи, что с моим мужем? Твой муж ищет все более сильных ощущений. Искушает судьбу, потому что в глубине души он несчастен. Сердце из камня. А значит, ничего не изменилось. Скажи, Ольгерд вспоминал обо мне? Что он говорил? Немного. А я не спрашивал. Он просто прислал меня за розой. Роза? Это все, что у меня осталось. Его прощальный дар. Мне показалось, что эта роза для тебя важнее, чем просто память. Я так мало помню. Но когда я думаю о моей розе, я могу вспомнить то, что было. Мир вокруг меня становится настоящим, а я замечаю и узнаю вещи вокруг. Вспоминаю, кто я и кем была.
Мой друг рассказывал мне о чем-то подобном. Ты связана с Розой сильными эмоциями. И цветок — это то, что у ведьмаков зовется шпилькой. Он приковал тебя к этому миру. Как пришпиленное насекомое. Это ужасно. Ты должна знать, что если я заберу Розу, то ты, быть может, перестанешь существовать вместе с этим призрачным миром. И что тогда случится? Буду я свободна от страданий и печали? Или меня ждет пустота? Не знаю. Я не хочу больше страдать. Но я боюсь, что потом только холод и тьма, а в конце нет уже ничего. Мне нужна твоя роза. Можешь ли ты мне ее отдать? Она такая хрупкая. Края лепестков порозовели, как в тот день, когда я получила ее в подарок. Не хватает только капли росы, которая скатилась по листу, когда я взяла ее в руку. А может, я поранила палец о шип, и это была кровь? Не помню. Ты знаешь, я никогда не читала того письма. Мне было незачем. И незачем было хранить цветок, который он мне оставил. Я приняла решение. Я отдам тебе розу. Наша служба окончена. Благодаря тебе мы свободны, незнакомец. Прежде чем мы уйдем, прими совет. Не стой на пути у того, кого называют стеклянным человеком. А если все же решишься, ищи спасение в зеркале, которое нельзя разбить. Зеркало, которое нельзя разбить? Прощай. Ирис фон Эверик, я буду помнить тебя. Это уже не важно. Прощай.